Ольга Михайловна, вас просят. Прошу вас, сударыня. Прошу вас, сударыня, присаживайтесь. Моя фамилия... Стаценко Павел Сергеевич. Вот уж не предполагала, что мы с вами могли встретиться при подобных обстоятельствах. Ольга Михайловна, вы... вам, бог мой... Здравствуйте. Как вы здесь оказались? Да вот, я отдыхаю. Чего? Да? Ничего, вы свободны. Тебя забывала, удаляя тень из комнат. Сотни раз я тебя отпускала, в миллионы снова помню. Сколько радости было горы, сколько выпито слез океана. Но не силы с небом спорить, у него другие планы. Ближе, чем мы есть, мы не будем. Дальше, чем мы были, уже не станем. Просто мы настолько родные люди, просто в одиночку жить устали. Просто, просто, просто в одиночку жить устали. На ромашке не гадаем, но судьба не случайный свидетель, все за нас твоих решает. Без тебя я, поверь, не готова просыпаться, не чувствуя взгляда твоего, не слышит слова. Я хочу всегда быть рядом. Ближе, чем мы есть, мы не будем. Дальше, чем мы были, уже не станем. Просто мы настолько родные люди, просто в одиночку жить устали. Ближе, чем мы есть, мы не будем. Дальше, чем мы были, не сердитесь на меня, пожалуйста. Разве на вас можно сидеть? Люди просто в одиночку жить устали. Просто, просто. Просто, просто. Просто в одиночку жить устали. Ближе, чем мы есть. Ближе, чем мы. Спасибо, Павел Сергеевич. Я всегда знала, что вы человек, на которого можно положиться в трудную минуту.